Шановні телеглядачі, в ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Сьогодні ми з вами знаходимось у будинку Харківського відділення Спілки письменників України, де проходитиме презентація третьої книги В'ячеслава Картавих «Опіра, вори, начальники». Ось ця книга у мене в руках. І я хочу взяти перед тим, як дійство почнеться, саме обговорення цієї книги, інтерв'ю у В'ячеслава Івановича. Безусловно, эта тема будет продолжена. Следующая выйдет серия про элиту криминального мира, воров в законе. Именно тех настоящих воров в законе, которые, по сути дела, породили на территории Советского Союза идеологию криминальную. И которые, пройдя свой путь жизненный, пройдя царский режим, пройдя советские режимы, лагеря ГУЛАГа, войну, послевоенные все эти репрессии 53-х годов, начали освобождаться в 75-х годах, только после 75-го года их начали освобождать, еще поучаствовали в лихих 90-х. Будут показаны личности, ну и, безусловно, борьба с профессиональной преступностью. Есть такая пословица. Закон дышит, куда повернешь, куда вышло. Что бы там ни говорили в советское время, что существовала социалистическая законность. Да, безусловно, она была. Не было такого бардака, допустим, как сегодня у нас. Такого беспредела правового, как то, что творится сегодня. Но сплошь и рядом встречались нарушения законности. Но тогда, конечно, не в таких объемах, но оно существовало. Друзья, мы вітаем всех, кто сегодня пришел. А презентации каждой книжки письменника – это завжди свято. Было, и оно завжди завершилось. Ну, у меня в руках ось книга В'ячеслава Івановича Картавих. Це третя книга, от, яку ми презентуємо тут. Перед цим були інші книги. От. Це солідний доробок. Я В'ячеслав Іванович казав, що вже він почесний член спілки письменників. Вже пора стати і непочесним, бо почесний – це по числах, а по-справжньому. Сьогодні може хтось говорити про це. От. Оскільки, прочитавши цю книгу, ви знаєте, абстрагованно скажу, от письменник і вчитель. От Василь Омельченко знає, він бере, наприклад, щоб про війну написати, наш прекрасний письменник у цілі, він збирає, що фронтовики там казали, що там, значить, то ти тоді пише свою книгу. А В'ячеслав Іванович все життя – це його професія, опера. Він скільки пережив, він скільки… І отут, коли я читаю цю книжку, я бачу автора. Я не знаю, чи буде четверта на цю тему, от. Але за цих трьох книг вже, В'ячеслав Іванович, вже пора зробити багатосерійний телевізійний фільм. Якби воно було інші часи. Це було дуже-дуже до речі. Отже, давайте попросимо В'ячеслава Івановича до слова. Давайте, просимо вас. Спасибо. Тема криминального мира, она не так у нас познана, ее начали действительно о ней говорить, писать уже в 90-е годы. До 90-х годов вы прекрасно понимали, и видели, что кроме там Шейнина, потом появились братья Вайнера, вместе с личностью нельзя. По сути дела, эта тема была закрыта. Писали не за лагерями, не за расследование каких-то преступлений. Да, газеты были очень, но такие всегда приехали, а потом. А то, что творилось за рамками закона, об этом было действительно табу, и никто ничего не писал. И криминальный мир в целом, как он существует, это, по сути дела, часть нашей жизни, часть нашего общества. Сейчас очень много появилось романов, документальных фактов, про ГУЛАГ, про свидетельств, вопросов, кто-нибудь Солженицын только написал,
Архипелаг ГУЛАГ, Владимир Ивановна Денисовича, каким сумасшедшим авторитетом пользовался, что самоиздатом издавалось. За что он, по сути дела, потом был уничтожен. Ну и как один английский философ говорил, каждый из нас в душе преступник, кто-то яблоки в детстве воровал, кто-то там неправильно нашелся на работе, кто-то там украл какой-то кирпич, доску там или что-то делал там другое, то, что пришло в разрез закона. Но один попался, другой не попался. Вы знаете, в Библии есть 10 заповедей. Да не уходи, не убей, не отдувайся, да, прочее. Ну, есть еще 11 заповедь. Она нигде не написана, но промежу срок она фигурирует. Не попадайся. И не бойся. Да. Ну нет, не попадайся. Попался, значит, кто-то совершал тяжкое преступление всю жизнь. Ни разу не попал под зерна закона. Кто-то украл мешок зерна или поросенка с колхозной фермы или две доски на стройке, получил свой срок. Вы же прекрасно понимаете, что как тоже принято говорит, власть от Бога, но закон от людей. Находящиеся власти, которые пишут закон. Закон это пишется не избирательно там, от каждого человека, хотя сейчас мы прекрасно знаем, что масса законов лоббируется под какие-то определенные фирмы, под какой-то определенный бизнес. Это наши горячо любимые депутатами. А в целом закон принимается один из всех. Размер был у нас у каждого. Поэтому были такие срока, вот, кто-то совершал уголовное хищение, сумму там, 3 миллиона, получал там 3 года. Другой там за украл с завода какую-то запасную часть, или в колхозе мешок зерна украл, тоже получал эти 3 года. Всех одевали в одну рубашку и все в семье. Вы прекрасно понимаете, что советские пройти на территории Российской империи, Советского Союза, пройти, ну, по сути дела, две таких сумасшедших войны, это Первая мировая, Вторая мировая война, особенно касаемо европейской части, революция 17-го года, потом гражданская война, унесшая какое количество жизней, выключила, по сути дела, интеллигенцию, ну и потом увеличило количество арестованных, задержанных, особенно арестованных, осужденных, превысило сотни раз то, что было прицелено. Эти все купилаги, гулаги, вот это же все было Советский Союз. И наши люди за эти, за колоски, за малейшие высказывания против советской власти, просто звонками. То, что творилось на зонах, вот сейчас я работаю на следующий мир, поднимаю там кое-какие материалы, кинули, там, нахожу людей, которые еще застали то время. Это действительно боевались. И нет у нас, по сути дела, вот я не встречал еще ни одной семьи, когда я работал, вот, и сейчас, что в семье кто-то или не был судимый, или не был потерпевшим. Ярослав Иванович, значит, поскольку закон дышит, у вас называется роман, вот когда барину, значит, Турчин сказал, найти барину, вам дадут квартиру, на повышение. И когда вы нашли этого баринова, вловили там, это все. Секретарша вам говорит, а тебя нету там. В списке, что ты... Ну, там они там часто бывают. Очень часто, сплошь и рядом. Ну, мне дали квартиру. По тем временам я жил в малосемейке, 8 квадратных метров строительной организации. Квартира была на 25 августа. А потом мне дали там в Одесском доме уже на комнатную квартиру за это. Тут и приняли партию. Я там пришел тут за Мустелу Хуанита. Это я успел экранизировать с этим, с Каневским. Вот Каневский проходил мы с Хитрин по одному делу. Ну, Николовским. Я за него пришел, угонщик машин. Я его, он подарил в Сочи Каневскому его группе машину. Я ездил в Москву за зима. И вот мы все-таки успели экранизировать. И вот обратите внимание, за полную правильную тему кино. Харьков, миф, литературы, не в фильмах особо не показан. Вот я по этой книге, по этой серии, первого начальника, договорился с Кириновым, вот он писал, Матинский Петербург, улица разбитых фонарей, они экранизировали.
Я договорился на экранизацию. Но мои условия, чтобы показали Харьков. Он мне говорит, что эта ситуация прекратится, эта ситуация. Мы это обязательно покажем. Снимем. А так, говорит, пожалуйста, мы снимем в Санкт-Петербурге, в любом другом городе России, только в Ленинграде. Ну, пока мы на этом договорились, что дай Бог установить свою стакане с этой обстановкой, можно будет снять в Харьков. Ви можете порівняти оту радянську систему, бо як казали, що у нас немає зараз, ми не знаємо, яка держава, що, але вони різняться, чи так і продовжується кримінал і все? Знаєте, половина преступності зараз – це задержання в супермаркетах. То, що є, тут направляється суди. Хтось бутилку вкрав, слышав, як я говорю, суди то саме. По суті діла, резонансні преступлення, такі вбивства, розбої, дійсно, все знають, що по городу дійсно групу воєнні. Они останавливают дорогую машину, садятся, пистолет под бок, поехали к тебе домой. Приезжают дома, очищают, забирают эту машину, вещи там все, что есть, уехали, все. Врач в госпитале. Пришли домой, поздравили с днем рождения, с понтом. Все забрали, все, что можно было забрать. Грузили в машину, его увезли, говорят, чтобы ты взятки не брал за операцию. Ну, никто ничего не ищет. Кражи засыпали. Рабежи засыпали. Угоны машин засыпали. Грузинские бригады приезжают сюда отрабатывать. Приезжают в город, отработали одна группа по квартирным кражам, другая по угонам машин, по кражам машин. Под супермаркетами, под банками пробили колесо, пока мотивы человек забрали на сетке, сканерами скрыли. То, что машины было, забрали, вылетели. За день отработали город, поехали в другого. Все знают, сейчас Киев рядом сбежали, там попросили. Сегодняшняя, вчерашняя милиция, она в полном смысле слова, те, кто остались атрофированными, ничего не было. Новые, но это не милиция, это их назвали парковщики. Это полиция. Все, вот они кроме как за парковку собрать, ничего не правильно рассказаться. Вот больше, чем они, ничего, не есть специалисты. Ну нет такого, даже советское время милиционера учили по городу, годового милиционера. Ну, чтобы там два месяца получить чему-то, тем более понабирали, к великому сожалению, но не лучше. Вы сами видите все эти наборы. Ну и кто набирает? У нас своих талантов нет. Одна набирала, это она видела, как это. Подруга Саакашвили поехала, украла 4 миллиона, собрала, говорю, похоже, уехала. В Париж там родила и не собирается возвращаться. И, но квартиру, которую им дали в центре, не отдает. Я хочу поздравить Вячеслава Ивановича с выходом этой книги. Это уже далеко не первая и даже не третья, как вот в связи с этой серией «Пера Бора начальники», книга его. Эта книга, наверное, уже десятку подарается, потому что были у него и лирические стихи «Соловьиная юность», так, и были книги «Пасен». В общем, многожанрово работает. Но, конечно, вот это основная стезя его как литератора. И, наверное, это совершенно справедливо, потому что 30 лет работы, и работы такое, которое представление из этих книг можно поместить, это великое дело, и другими словами не скажешь. Он рассказал о некоторых эпизодах, я только в одном, там и трещина, и сотрясение мозга, но это одни только эпизоды. А если, вот как мы можем прочесть, 500 убийств им раскрыто и сотня группировок криминальных выведена на чистую воду, то, конечно, вы представляете, что это каждый день в напряжении, в отдаче сил и моральных, и физических. В общем, это стезя трудная, и не каждый на это способен, а ему, наверное, это Бога дана, вот эта энергетика. Это, так сказать, стрессоустойчивость, это стремление к справедливости и к правде. Вот такие люди, в общем-то, они основой составляют любой системы. Будь ли это советская власть, которой мы, слава Богу, не один десяток лет прожили, или будь это 25 лет вот, Украины независимой, которая тоже помечена огромным простором для работы на этом криминальном фронте, к сожалению, о чем сегодня и говорить. А то, что у него там кондуиты такие с фактажом существуют, тоже мы на прошлом представлении могли удостовериться. И когда я там вспомнил из 70-х годов Московский мост, и что под ним лежит пером пришит,
полку от картежник, корешам своим, Михая, Вячеслав Иванович тут же достал конфликт, раскрыл на нужной странице и говорит, ну да, вот это такой-то 73-й год, этот полфот, там опять же какой-то Зиновий Кузьмич Сапальский, убит тем-то и тем-то, сроки даны вслед за этим какие-то. И так что у него еще масса материалов есть для одного тома, а бюро уборов и начальников. Ну и пожелаем ему этих новых книг и пожелаем ему держаться в той стратегически очень важной и нужной в общественном плане струе, в которой он держится всю жизнь. Это действительно, я повторяю, без преувеличения, человека можно воспринимать как одного из немногих бесстрашных борцов за справедливость. С той огромной несправедливостью, бардаком, преступностью, которые существуют, я не знаю, со дня моего рождения, как точно, который на год отличается от дня рождения Картавы. Значит, я, кстати, жил в детстве в этом московском районе, в котором он работал, и наблюдал воочию многие картинки, так до 10 лет происходящего там. Ну, в общем, и сам, пока там жил, каждый день дрался как минимум 2-3 раза. Потому что иначе там невозможно было проживать. Хорошо, что в третьем классе переселился сюда. И тут уже, конечно, обстановка несколько более цивилизованная. Но мы прошли через многие вот эти вот подробности, совсем не веселые, не радостные, которые в его книгах освещены. Надеяться на лучшее, ну, конечно, это наше право. И нам, как пенсионерам, эта льгота тоже дана. Можно держаться за оголенные провода и надеяться на лучшее тоже. Это немножко черный юмор. Я не буду растекаться мыслью по древу. Так скажу еще раз только, что здесь, в этих книгах, просматривается много его человеческих качеств. Тем более, что главный герой этот курских оперуполномочен, это, конечно, альтер-эго и прототип представляет его Вячеслав Иванович Картавы. Он пишет о себе, о своих конкретных делах, думает, что тут придуманного ничего нет, да? Так сказать, измененные фамилии, может быть, некоторые фактические данные, но ситуации это те, которые из его практики подчеркнуты, взяты. Можете себе представить, так сказать, эту напряженность и опасность, ну и в конце концов необходимость и неизбежность этой работы его. Я хочу сказать также о его социальном статусе, коротко, очень существенном. Ну вот кроме тех стычек и побед и поражений, которые с власть имущими, он многие годы имеет, так и да, на своих плечах. Кроме этого, он ведет немало практической работы в области поддержки культуры, культрейдерства. Он и руководитель благотворительного фонда. Вот. Да и, собственно, по работе в Союзе писателей. Он поддерживает проект наш, Международная славянская премия поэтическая для молодых поэтов. Является и членом комиссии по изданию этих сборников. Значит, он ведет большую работу и культурную, и литературную. И я думаю, что есть все основания в самое ближайшее время рассмотреть вот у нас на секции русской поэзии и прозы его кандидатуру, с тем, чтобы рекомендовать его в Союз писателей. Я слышал, что другие члены Союза тоже с пониманием и с поддержкой к этому относятся. Так что я ему желаю не только конкретных новых литературных достижений, новых книг, но и свой статус этот литературный тоже оформить в ближайшее время. Спасибо за новую книгу и за ваше внимание.
це була програма «Слобожанщина слово». Сьогодні тут, в будинку Харківського відділення Спілки письменників України на вулиці Чернишовській, 59, відбулася презентація книги В'ячеслава Картавих «Опера, вори, начальники».